Азербайджан готовит масштабную военную провокацию на армяно-нахичеванской границе Талишмыдя. Вооруженные силы Азербайджана готовят масштабную провокацию, чтобы развязать боевые действия на линии соприкосновения войск вдоль армяно-нахичеванской границы. Об этом сообщает источник Ареалист в Баку. Азербайджанская пропаганда в ближайшее время начнет информационную подготовку. Будут вбрасываться сообщения о нарушениях режима прекращения огня с армянской стороны, обстрелах боевых позиций и гражданских населенных пунктов. После этого Азербайджан объявит о начале карательной операции с целью подавления огневых точек с участием вооруженных сил Турции. Данная провокация имеет цель втянуть в конфликт Турцию, в результате чего Россия должна будет вмешаться. Таким образом, Баку намерен поднять планку конфликта с тем, чтобы начались переговоры на выгодных для азербайджанской стороны условиях, пояснил собеседник и Ареалист. По данным источника, в Нахичеване уже находятся боевики международных террористических организаций, которые прибыли из стран Ближнего Востока транзитом через Турцию.